Призывы в Армении. Вооружаться, еще раз вооружаться. Другого пути нет. Российский эксперт поддерживает мнение, что в Армении еще нет осознания масштабов катастрофы, которая случилась с ними. Поэтому продолжают звучать призывы к новой войне, реализации плана реванша. Однако, как считает российский политолог, ничего у армян не получится. Один из главных лозунгов, звучащих на протестных акциях в Ереване, помимо требований об отставке Никола Пашиняна, это военный реванш. Об этом говорят и сами участники манифестаций, и политики, и различные активисты. Армянский политолог Ара Папян, который крайне активен в последнее время, призвал создать оружие для сдерживания врага. При этом, судя по всему, он имеет в виду грязную атомную бомбу, о чем в прошлые годы не раз говорили в Ереване. Вооружаться и еще раз вооружаться, другого пути нет. Так как для этого нет достаточного времени и денег, то необходимо создать оружие для сдерживания врага. Плевать на мнение мирового сообщества, да и на весь мир. Кому нужен мир, где нет Армении и нет армянства, написал Ара Папян в одном из армянских телеграм-каналов. В свою очередь, бывший представитель разгромленного сепаратистского режима Виталий Баласанян пообещал вернуть территории, которые находятся под контролем вооруженных сил Азербайджана.